едут. Это как бы фудкорт. Это товарищи. Они едут на велосипеде. Стартанет, но... Что-то он медленно как-то едет. Да, вот этот вот. Выходной день в медике есть. Вот это опять. Посмотрюсь на себя. А, красавица. Как всегда. Как всегда прекрасно. Как там надо быть, создал же Бог такую красоту. Теперь отхожу медленно. Медленно отхожу. Марина пришла сегодня ко мне, хорошая девочка. Я хоть могу походить. Когда сидишь на одном месте, это как-то грустноватенько. Хочется же... А, вот эта расчлененка. Это части тела. Я бы назвала это части тела. Трусики. Симпатичные, конечно. Ну, вот. Скоро весна. Да, последний идет месяц лета. Что инопланетянин такой-то грустный. Что печальный какой-то. Да, хочется снимать. А, магазин «Рай» сниму напоследок. Все закрыто, кроме «Рая». Ну нет, не все закрыто, но вот тут ад закрыт. Страдивариус закрыт, а «Рай» работает. «Рай» никогда не закрывается. «Рай» работает. Что в «Раю» какие-то песни, какие-то мрачные платьишки сейчас там. В «Раю» черные платья в моде. Да. Да, возвращаюсь. Там Маринка меня ждет. Пират не родила. Пираты, пираты. Сейчас вот я эпичненько вернусь обратно. И мы увидим Марину. Зайца погулялась. О, наш волшебный магазин. Это шуршу. Да, он отличается. Все такие темненькие, а наш такой прямо. На весь коридор сияет. А наш магазин сияет на весь коридор. Все. Возвращаемся домой и записываем на видео. А тут Марина. А, нравится, товарищи. Немножко видео. Хорошая девочка нас ждет. А ты какой золотой человек. Скажи что-нибудь для телезрителей нашего канала. Привет, привет. А, ладно. Дурачиться надо.